Воскресный полдень выдался солнечным и с легким морозцем. Погода идеальная для проведения лыжных гонок. Перед тем, как дать старт, участников лыжни поприветствовал глава города Андрей Береснев. Сейчас нас здесь около 400 человек. Так что спасибо, что пришли. Погода соответствует. Всем хорошо отдохнуть и пройти дистанцию, на которую вы готовы. Первыми покорять дистанцию вышли самые юные участники всероссийской акции. Дети в возрасте 11 лет и младше. Официально самой маленькой лыжницей стала Ирина Бобрик, которой 7 лет. Дедушка приучил, а лыжи нравятся, потому что я получаю от него удовольствие. Глядя на старших ребят, совсем еще малыши делают первые шаги на лыжах. Кто-то под ручку с родителями, а кто-то самостоятельно. 5-летняя Олеся оказалась девочкой упрямой и целеустремленной и смогла преодолеть всю дистанцию. А это, на минуточку, 1 километр. Ее результат 19 минут 37 секунд. Дедушка сопровождал внучку на протяжении всего пути. Мне трудно. Скажи, пожалуйста, почему тебе нравится на лыжах кататься? Потому что можно скорость набавлять. Нормально она пробежала. Для нее возраста, конечно. Самое главное, она старается, что ей нравится на лыжах кататься. Мама приучила ее, брала ее с собой. И она смотрела и сказала, чтобы ей тоже лыжи купили, тоже будет заниматься. А вот самым возрастным участником гонки стал Виктор Поклонский. В свое время он был членом сборной Казахской ССР по лыжам. К 70 годам не утратил спортивный азарт. Понимаете, в году один раз надо что-то делать такое, чтобы здоровье было получше. Вот если почаще были такие соревнования, меня бы очень здорово это устроило. Просто так самому заставить себя невозможно. А вот в компании вот так вот очень здорово. Говоря о трассе, то преодолеть ее лыжникам было несложно в связи с отсутствием крутых подъемов, спусков и поворотов. Поэтому на старт выходили целыми семьями. Ну, сегодня, во-первых, прекрасная погода. Муж у нас сегодня отдыхает, и он решил, чтобы мы поучаствовали в лыжне. Как бы мы не занимаемся профессиональным спортом, просто решили отдохнуть, провести время приятно. Вот, достигли финиша, приехали. Стремление стать лучшим, стать победителем, оно всегда будет сопутствовать тому, что всегда будет конкурентная борьба. И поэтому независимо, одержал ты победу, не одержал ты победу, самое главное – это участие, стремление к здоровью, здоровому образу жизни. После того, как к финишу пришел последний лыжник, состоялось награждение. Всем победителям и призерам были вручены дипломы, медали и памятные подарки. Спортивные шапочки с логотипом «Лыжня России 2019». Ольга Ванеева, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5-й канал. «Лыжня России».